Еще один на 285 за забором. А тебе на 280 с метисом, слышь? Пуск, пуск, пуск! Пуск, 280. Замаслились. Кончилась бредля. Ага. Все горит. Блять, там ОТшки. Три ОТшки проебано. Скорее всего уже чисто. И на востоке, и на западе бэхи. Да, на западе, на западе. На востоке чисто. Ну нам просто на восточную сторону можно перевалиться и все. Ну по идее да. Только на востоке теперь неизвестно что. Там наших давно уже не было. Так. Блин, горчик поезд. 280 пехоту. 280. Отходите за склон. Смотри, запад. Тебе надо бы вверх уничтожить. 280 примерно. Сид, вертолет. 20, 20, вертушка. Заходи. Ой, на нас идет, блядь. Топом только по ней не стреляй. Только дио. Не трать на вертушку. Смотри. Ты Баха видел где? Да, видел, откуда летело. Закатилось, да, уже? Вроде да. Блин, если бы ты не сказал только диром, я бы топом в ней уже всадил. Не, топ нельзя, он в лопасти попадет, он. Ну, он как будто на лопасть целится и промахивается. Так, по-моему, на 200 бэхов, мне кажется, не? Мне кажется... А, нет, живой. Я подумал, что Ридлера убили. Попадание, попадание. Бэха выбит. Альберт упал? Ну что, минус бэха? Ну, походу.
Рядом пехота для КСП гонит. Верт, по-моему, возвращается. Или нет? Короче, сел пех в бэху и откатил ее. В бэху сели и откатили обратно за склон. Бэха, скорее всего, без башни. Ну да, наверное. Ну не может такого быть, чтобы ей вообще ни хрена не было. Спалили. Ох, стрелять.